Всем привет! Сегодня мы будем разыгрывать Александра. Сегодня ему исполнилось 33 года, возраст Христа. Вот, и мы посмотрим, что из этого выйдет. Сам виновник розыгрыша еще не знает, что его ожидает. Но немножечко помотаем ему нервишки, а в конце сделаем небольшой подарочек, сюрприз. На вашу квартиру поступала неоднократно жалоба, что ведете крайне маргинальный образ жизни, нарушение общественного порядка, вечный шум, музыка. Можете объяснить? Местное держание. Вероятно, употребляются вещества запрещенные. Не, пожалуйста, смотрите. Предъявить документы ваши. Конечно, нужно. Здравствуйте. Здравствуйте, Павлович. Чем занимаетесь? Да так, отдыхаю. Угу. Ничего серьезного. Вы собственник квартиры, да? Арендую. В свободной форме, пожалуйста, изъясните свою позицию, свою версию происходящего. С какой квартиры? С нескольких квартир поступала жалоба. Просили принять соответствующие меры. Возможно, будем вызывать наряд. Запрещено есть что-то в квартире? Нет, нет. Вы уверены на 100%? Да. Так, можете, пожалуйста, еще тут приписать кое-что? Да. Так, с моих слов прочитано. Далее по тексту. В связи с тем, что сегодня мой день рождения, требую сотрудника исполнить песню «Пусть бегут неуклюже под гитару». Да. Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. И неясно прохожим в этот день не похожим, почему я веселый такой. А я играю на гармошке у прохожих на виду. К сожалению, день рождения только раз в году. К сожалению, день рождения только раз в году. Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино. С днем рождения поздравит и, наверное, оставит нам подарок весёлый эскимо. Бэк-вокал, а я играю на гармошке у прохожих на виду. К сожалению, день рождения только раз в году. К сожалению, день рождения только раз в году. Еще раз, Александр, с днем рождения! Здоровья, счастья, чтобы цели достигались, мечты сбывались, чтобы окружали всегда такие же позитивные люди. Спасибо. Ура!